Вот так это предварительно все выглядит. Положил раму на задний мост, на переднюю балку. Узла качения еще не делал, так как нужно немножко изменить конструкцию рамы. Ну а в следующей серии будет установка моста, установка коробки. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. Обязательно, ребята, комментируйте, что вы думаете по этому поводу, по этим габаритам. Будет работать, не будет. Комментарии я все читаю. Оценивайте видео, ставьте либо лайки, либо дизлайки. Хотя бы буду знать, в каком направлении снимать дальнейшие видео. Так что, мужики, погнали делать. Привет, YouTube, привет, подписчики, гости моего канала. Встал я сегодня пораньше, сейчас 6 часов утра. В общем, надо изготовить балку. Балку-качалку. Сейчас свет найдем. Я тут, опа. Вот. Доработал я вчера колесо. Подсказал мне мой подписчик Ильгиз. Большое тебе спасибо, что напомнил. Вот. Значит, слезай. Вот, из-за того, что, значит, диск прилегает очень плотно, из-за того, что он притянут к резине, возможно, могла собираться вот в этот карман, вода, земля, и там оставаться долгое время, будем так говорить. Вот, как эту проблему решил, я думаю, вы уже поняли, да? Сделал вот такие вот вырезы. В общем, все это дело разметил. Потом просверлил возле этой юбочки. И вырезал. Ну, то есть пришлось обратно это все дело раскручивать. И теперь выглядит все это вот так. Значит, что появилась возможность, какая еще после того, как я добавил диски. Это выворот колес, то есть можно их ставить будет на изнанку. Развернул, и сразу расширяется у нас база, расширяется так же, как и на заднем мосту. В общем, только одни плюсы из-за этого. Так, все, сейчас начинаю изготавливать балку. Погнали. Так, следующее, что мы делаем, значит, снимаем подушку и отпиливаем вот эти вот две части, вот эту и крепление подушки за ненадобностью. Значит, перекрутил я, убрал вот эту втулку, вернул все болты на место, посчитал, что и не нужен этот упор в этом месте. И так все замечательно, упирается так, как надо. Нож даже и упираться не будет, ход. Значит, будет ограничиваться ходом рулевой колонки. Вот, даже если и упрется, то хватает выворота капитально. Все, снимаем, обрезаем. Так, обрезали мы эти крепления. В общем, болт выкрутил, зафиксировал, зажал ступицу, чтобы она не крутилась. Так, дальше. Труба. Труба 60 на 60. Вот такая труба. И она замечательным образом Вот так вот одевается. Так, сейчас правую руку возьму. Вот так вот это дело одевается сюда. То есть сейчас вырезаю как мне надо. Потом одеваю и сюда защелкиваю. Просверливаю два отверстия. И беру на два болта. Все, это будет стойка. Готовая стойка. То есть к вот этому узлу будет она прикручиваться. При необходимости можно будет ее снять. Я не знаю, ну, вряд ли тут что-то сломается. Либо там балку там надо будет переделать, чтобы эту всю конструкцию не таскать. Открутил два болта, отстегнул колесо. Балка в руках. Легенькая, удобная.
где-то что-то там погнулось, поломалось, подварить. Ну, я буду, думаю, что я сделаю так. Отлично будет. Вот, 60 на 60. Все, сейчас разрезаю, делаю. И размер нужный мне будет заканчиваться именно здесь. Так что продолжаем. Итак, мужики, смотрите, что получается. В общем, выпилил пока предварительно так. С этой стороны стенка прямая, тоже пока так. Вот как это одеваем. Берем, ставим трубу. Вот таким вот образом. Одеваем и застегиваем ее сюда. Вот, застегнулась. В общем, здесь сделал в уровень, вровень, да, с вот этой, с вот этим самым нижним. Хотя еще тут пару миллиметров пойдет. Сейчас это все сделаю на культуре. То есть не ниже, чем само вот это крепление. Так, здесь, не знаю, видно, не видно будет, наверное, не видно, потому что это все прикручено. Ну, еще покажу. Сделал под таким же углом, как вырез. Как идет до елки-палки. Подошел плотненько. Сделал вырез такой же. Вот, косой. Чтобы она сюда ложилась. Труба. Упор. Упор такой был. Ну не упор. Она все равно на болтах будет держаться. Ну просто до конца. Вот. Но это предварительно. Сейчас вырезаю под болты гайки. Все это закругляю. Окультуриваю и покажу дальше. Значит, сделал одну заготовку, уже подогнал, все это подходит. Вторая стоит, колесо я не снимал и не буду снимать. В общем, что, вырезал вторую заготовку. Здесь у меня уже получилось, значит, сейчас скажу, ровно 35 сантиметров, что одна, что другая. Теперь ставим ровненько. И все это дело обчерчиваем. То есть вот так вот получаем вот такой вот рисунок. Ну, копируем. Они же стоят одинаково. Приставил, карандашом обвел. Аналогично потом с другой стороны. Приставил, карандашом обвел. И получился нужный мне рисунок уже. Все, теперь это все дело вырезаю. И здесь тоже так же чуть-чуть укосину делаю. То есть одинаковую, только в зеркальном отображении. Ну и потом уже тут позакругляю, там чтобы не было острого. Ну, окультурю. И начну поперечину вымерять. А вымерять буду, опять же, не знаю, как буду вымерять, но как-то вымерю. Итак, изготовил две вот таких вот запчастюлины. Стоечки. Одна уже стоит, прикрученная. Вот другая. Вот таким образом это одевается. Вот. Одеваем. И сюда застегиваем. Ну, соответственно, вкидываем болты. Везде все проходит. Везде такие запилы, где надо. Везде все замечательно. Насчет вот этого я вообще не переживаю. Вот этого утолщения, точнее утоньшения трубы. Чтобы его согнуть, это как минимум надо согнуть вот эту часть. Это как минимум. Потому что она крепится на болты, и все это дело будет работать. Вот. Чтобы ее изогнуть, это нужно ей подвинуться так, чтобы вот эта часть вообще капитально. Там она упирается. За это вообще не переживаю. Это сейчас начнется. Знаю я вас. Тот тракторок уже подрос, стал неповоротливый. А мне нужна маневренность. И, может, даже сделаю ему спереди роторную. Вон стоит. Роторную косилку поставлю. Косить траву чисто. Ширина небольшая, как раз. Захват будет, наверное, в самый раз. И все. В общем, это все впереди. В общем, сейчас сварю рамку и
соберу ее хотя бы до кучи, без подшипника пока. Ну, хотя бы уже будет внешний вид какой-то иметь. Вот как-то так. Так, мужики, закончил я варить эту рамку. Вот такая вот она получилась. Ну, не скажу, что она маленькая, ну и ничего так. Пришлось сделать развал на ней же, чтобы колеса стояли прямо, ровно. А то первый раз сварил, они были завалены наружу. Потом сварил, ну, потом я здесь... Углы были у меня 90 градусов. Потом я по градусам не знаю как, но каждый сантиметр. Переварил на 2 сантиметра. То есть сделал ему развал в разные стороны. И он наоборот начал вовнутрь колеса смотреть. Пришлось опять это все дело разрезать. И от 90 градусов брать сантиметр. То есть, если вот здесь вот упереть в угол угольник, то вот здесь на краю будет сантиметр. Он не упрется, там сварка. Ну, можете мне поверить. Вот. Как-то так. И теперь колеса стоят ровно. Я не знаю, я уже сбился со счета, сколько раз я его сегодня разбирал, собирал. Потому что пока я изготовил вот эти крепления, все это все надо подгонять, одевать, снимать, одевать, снимать, одевать, снимать. Это ужас просто. Просто ужас. Вот с утра как занялся, начал делать. И сейчас уже 5 часов вечера. Вот это только закончил. Все, оно хоть остыло уже. Сейчас соберу, пойду приставлю еще разочек. Вот, как-то так. Впрочем, хотите, сейчас покажу, как это быстро собирается за считанные, я не знаю, там пару минут, возможно. Сейчас покажу. Я не знаю, тут минута, две. Дело. Так, в принципе, вот и все. Вот и все. Отлично. Вот такая вот получается балочка.
Сейчас сниму. Колеса. Да колеса еще и правильно поставил, угадал. Ага. Вот такая вот балка. Отлично. Отлично. Даже ради интереса аж угольник поставлю. А где ты большой угольник дел? А вот. Аж ради даже интереса поставлю угольник. Ну, верстак еще тут. Бого. Нет, поровнее. Нигде не поровнее. На ровно надо ставить. Вот. Вот она. Здесь ровно. А здесь светится. Короче, верстачок так, так себе. В общем, самым точным прибором на глаз или глазомер идеально сварено. Все, сейчас будем что-то думать. Качение какое-то. Как-то так.